Сегодня мы второй раз принимаем участие в фестивале чая и кофе. Нет, сегодня чай и кофе, да? Фестиваль чая и кофе. Мы в прошлом году принимали участие и представляли прянички от медовых традиций Тула. Пряники на меду, пряники на настоящем яйце, высшего сорта мука и сливочное масло. Натуральные пряники. Чистейшая продукция. Пользуются хорошим спросом, поэтому мы решили представить их в Петербурге. В прошлом году очень хорошо они шли. Эти прянички у нас вот. Вот так вот бывает мастер-класс, в котором принимают участие даже дети. Они делают эти пряники сами. Внутри пряничек с повидлом, с яблочным, со смородиновым, с малиновым. Ну и, конечно, с яблочным. Яблоки из усадьбы Ясная Поляна Льва Николаевича Толстого. Эти же яблоки у нас идут на производство пастилы, которая тоже стала из... Так. Эту пастилу тоже стала изготавливать организация «Медовые традиции». Вот тут, пожалуйста. Привозим очень много, очень много наград на каждом фестивале. Отмечены в Санкт-Петербурге, отмечены в Москве. И, ну, не говоря о том, что приглашены на все праздники в Туле. Также мы можем сегодня представить леденцы и яблоки в карамели.